храм, и нас нельзя было дозваться, мамы кричали из всех форточек: «Домой, кушать, Маша!» И это было счастье. Никто не боялся в 9 часов вечера гулять, и ну, это действительно была красота, была настоящая дружба. А сейчас все дети сидят за компьютерами, в телефонах, не общаются. Ну, конечно, это ужасно. Конечно, я считаю, что это деградация. И я сделаю все возможное, чтобы мой ребенок... Понятно, что я не смогу запретить там не иметь мобильный телефон, но тем не менее я могу вложить и заинтересовать, как заинтересовывали нас родители, потому что не было, наверное, тех гаджетов и, в принципе... Я просто скажу, что дети, наверное, сейчас очень избалованы, и они ничего не хотят. Им все так дается легко. У нас мы мечтали, мы желали. Я хочу, чтобы мой ребенок загадывал Дедушке Морозу на каждый Новый год желания, и они исполнялись. И вот это, наверное, и будет то счастье. Попытаться хотя бы немножко приблизить своих детей к тому детству, которое было у нас. А оно было счастливое.